Премьера месяца. Великий и честный премьер-министр. Внезапно скончался. Основана на реальных событиях. Нам нужна сенсация, и вот она! Неужели правительство собирается открыть правду о его смерти? Если запудрить людям мозги, они сами станут твоими рабами. С вами точно что-то стряслось. На кого работаешь? На правду. Если ты здесь, покажись. Вы его узнаете? Остановись. А если не захочу? В политике все не так, как кажется. Вы меня убьете? Мы чтим закон. Мое доказательство – подлинные документы с печатью правительства Индии. «Ташкентские файлы». 28 февраля в 18:00. Добро пожаловать в политику. На ЗИ-ТВ «Россия».